Между тем, результаты опроса общественного мнения показывают, что большинство людей против уничтожения бродячих кошек и собак. Так, по результатам опроса одного из интернет-изданий, мнение «нет, нельзя убивать бездомных животных, они не опасны для общества» придерживаются 60% респондентов. И только 10% уверены, что кошек и собак необходимо истреблять, так как они являются носителями опасных заболеваний. Остальные опрошенные к такому вопросу остались равнодушны.